Сегодня у нас масса конфет из вот этого новогоднего подарочка. Мои родители прислали к Новому году посылку с подарочками. Мы каждый год обмениваемся такими посылками. И там был этот сладкий подарок с конфетками. Я хоть уже достаточно большая девочка, но до сих пор обожаю эти сладкие подарки. Потому что, одно дело, когда ты пошел и купил себе каких-то предсказуемых конфет, и совсем другое дело, когда ты не знаешь, что там, и это всегда какое-то новогоднее волшебство. Так что предлагаю попробовать по конфетке каждого вида и запить это все молоком. Присоединяйтесь ко мне. Даже не знаю, с какой начать. Это конфетки украинской фабрики. Я знаю ее с детства, и многие из этих конфет пробовала, но некоторые нет. Вот это я очень люблю. Она такая кругленькая. Внутри как шоколадное суфле. Очень вкусно. Обожаю запивать шоколад молоком. Это конфетка с вафельным слоем, так что она будет хрустеть. Укусите кусочек. С беленьким кремом внутри. Шоколадные пальчики. с вафелькой. Очень нежный крем. Квадратненько. Называется «Шоколадная ночь». Темного шоколада, я не очень люблю темный. Тоже вафельная. Просто еще и не откроешь. Смотрите, какая красивая. Целиком. Целиком съедим. Вроде все мы попробовали, да. Вот эти еще, но я их не очень люблю. Они тоже там с начинкой из темного шоколада. Так что давайте съедим еще одну вот эту большую. All right. радио вечно. Ну что ж, спасибо, что вы провели со мной несколько этих сладких минут. Если вам понравилось это видео и вы тоже любите сладкие новогодние подарки с конфетками, не забудьте поставить мне лайк, ребят. Я вас всех очень-очень люблю. Всем на